Угадай, что появилось сегодня в сети. Что? Где ты? Здесь. Это я. Я здесь. Пауль, я просто обожаю... Да! Обувь. Да! А это мой лучший друг. Тони больше любит... В общем, вчера мы продали мое приложение... Пауль, я люблю тебя! ...этому типу. 4 миллиона! Все пропало. Моя мебель, ценные вещи. Раздевайтесь, 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 раздевайтесь! Нет. Да. Тут мы еще раз написали вам правила. Ты и дня без своего барахла не проживешь. 100 дней! Я больше не могу. Этот день никогда не кончится. Сейчас 9:15. Каждую полночь вы можете забирать одну вещь. Чувак! Что вы делаете? Это пари. 100 дней без потребительства. Вы что, экофрики? А настоящую женщину с характером ты не получишь, ведь она почует, что с тобой что-то не так. Привет. А не хотелось бы пропустить ту часть, в которой ты еще в штанах? Ты просто не можешь быть один. Привет, Нана. Пауль, я так скучала. Но если я покупаю, чтобы быть счастливым, то о чем это говорит? Что ты несчастлив. Ты должен наконец это признать! Да что признать? Где ты был? Что было настолько важно? Ронни, мы же можем немного изменить правила. Кстати, это мы тоже заберем. 100 вещей и ничего лишнего.